Ну а что, спали рубашки? Ничего. Нормально. Все сделал? Да. Ну что, ходи, ходи, что ты тоже. Не, ничего. Я уже почти 10 минут пришла. Ты тоже вздохни. Добрый вечер. Привет, привет. Добрый вечер. Щекастая, да, я такая? Нет. Да. Я могу, когда хочу, или когда разозлиться. Ну, Телом, это говоришь. Блин, здесь такой классный вид из окна. Вообще, хочу вам показать. Привет, все на хорошо. Я не могу обернуться, начать вернуться. А за мной зал. Привет. Хорошо. Сегодня. Море. Какие вы, я не знаю, а? Совсем что ли офигели? Все вам не так. Море. Так тоже. Тоже хорошо. Я с пальмой на голове, как настоящий мужик. Чё? Да, точно. Знаю, но нет, лишнее нет, неправильно. Понимаю, кто это. Не были представлены. Спасибо. Да, хорошо, когда идешь, и взгляд у тебя можно поблуждать. Пальма. Я маленькая ходила с пальмами. Мамка мне как захреначит какую-нибудь пальму. Или такая кукишка. Все растрепалось. Вообще и нету. Да, да, резин. Это не плейбойский зайчик. Далеко не плейбой. Вот ракушка тоже. Мне кажется, это очень такая зайка не ориентированная на мужчин, как я думаю. Суровая такая зайка, дерзкая. Будет, который может послать. А что? В садике вообще причесывали так, что вот так было. Что, не свое? Что, значит, ши? Это ж своих жалко, а не своих-то. Что? Что, поп? Ну, не все, конечно, такие, не все. Ну да, мы в одном этом ключе. Здравствуйте. Здравствуйте. Снежок, снежок пошел, значит, мороз вниз, как я понимаю. Ой, я отсюда дорогу какую-то вижу.
Ой, сейчас 20 минут только будем. Вот. Ой, нет, это не за городом. Это Воробьёвы горы, Лужники здесь. Да. Это не... Никак не это. Не центр, конечно. Но и не Ебеня, простите. Но здесь такая зона специально сделана. Здесь бассейн где-то есть. Вон. Отсюда вижу. Открытый бассейн, но я так понимаю, сейчас он не работает. То есть летом прям тут такая зона отдыха. Бассейны, зона воркаута. Много, ну много всего здесь. Ну вообще реально такая атмосфера. Вот, хорошая. Приятно здесь находиться. Что мне нравится, здесь очень спокойно. Вот так бы я сказала. 20 минут, немножко осталось. Ну, в WhatsApp вообще как бы так пообщались, немножко разбежались. Но это нормально, я не думаю, что прям все там будут сидеть, как сумасшедшие. Я вообще, девчонки, да, пупсики, команда пупсиков, и я тоже пупсик. Я предлагаю как-то, да, все-таки, чтобы у нас общение было конструктивным, какие-то темы все-таки вытаскивать. Ну, пытаться, знаете, что-то обсудить. А не тупо ха-ха-ха, хи-хи-хи, чтобы у нас какой-то, не знаю... Мозг работал, короче говоря. Так, а где ты мне писала? Ты мне написала свой номер телефона? Написала, я прочитала сообщение. Ты увидишь, оно прочитано? Хорошо, я посмотрю. Прочитала, посмотрю. Блин, я добавила 24 контакта, понимаешь? Я могла что-то пропустить, я все-таки не это, не машин. Поэтому прошу извинить. Нет, я... Мы в WhatsApp создали такую группу. Вот. Кто хочет, присоединяется. Вот, и там мы все списываемся. Ну, понятно, группа не более 100 человек, поэтому... Вот. Нет, я точно твой номер вносила. Я прям помню, что я читала твои сообщения. Все, все пупсики. Пупсик. Нет, 100 человек нет, я просто говорю, что количество ограниченное. Вот. Добавляться через контакт. Присылайте мне номер, я вас добавляю. Вот. Только лично. Вот так вот скажем. Если хотите. Я сразу предупреждаю, что... если понятно, да, соблюдаем какие-то правила, если ругаетесь, уходите по-хорошему, либо, понятно, я админ, я ускорю это. И стараемся не лить воду, всякую херню, простите за... Мы и так можем всякую херню здесь наболтать. А там как-то... Ну, чтобы у нас был какой-то, да, какой-то диалог строился, было интересно. А не просто там. У меня зачесалась пятка, а у меня в голове стреляет. Ну как, ну вы понимаете, да, о чем я. Ну даже какие-то там, не обязательно тема связана вообще там с фитнесом, спортом, вообще просто. Ну, по идее, мы обсуждаем там все.
Вот, и все участвуем в обсуждении. Мало ли, может быть, вы в магазине, вы видите какую-нибудь интересную вещь, фоткаете, раз, обсуждаем. Вот. То есть, кому интересно, тот приходит. Мне интересно, никому, это, как говорится, дело такое добровольное. Если девчонки воду не лить не будут, то узнаем. А если будет вода, то, конечно, вот, не знаю. Я вижу, у меня сверху оповещение вижу. Все добавлю. Ну, так просто, знаете, мне кажется, ну, так интереснее все-таки. Я так думаю, ну, чтобы у нас как-то, мы что-то обсуждали. И чтобы у нас запускался мозг. Раз ты не знаешь, пошла, посмотрела, почитала, что-то надумала, спросила, высказала мнение свое. Вот. Ну, как-то так, чтобы это было. Ну, не знаю, я всегда говорю, что общение, оно должно быть конструктивным, а не тупо. Этот дурак, у меня болит там голова, у меня жопа и прочее, и прочее. То есть, чтобы от этого общения мозг чем-то наполнялся. Вот. Ну, вы поняли. Просто такое, знаете, маленькое сообщество. Не обязательно женское, у нас там паренек есть. Вот. Смотря для чего. Не знаю, мне степпер лучше, потому что от велотренажера очень устаешь. Если он особенно без спинки, это, ну, через месяц все уже. Если ежедневное кардио, то очень надоедает. Степпер в этом плане такой, с ним попроще. Так что. А что у тебя в банке? Бцашки. Бцашки, да. А как мы их намешаем? Лишь место убытки не дома. Капец. А как мы их намешаем? У тебя есть шейкер? Или они в стакане так растворятся? Нормально? Дай посмотреть на состав. Да, да. Сейчас я выйду. Пятничек пью у него. Ингредиенты. Сукралоза, да, есть? Смотрю, подсластители просто. Ну что, съедобно? Да нормально, да. Провод нужно забрать. Витя, где-то роллер был. Надо отдать им зарядку. Хочу на роллере чуть-чуть. Сейчас. Ну, на самом деле, почему-то разговоры все про жрачку. Я прихожу к выводу, что все голодные или на диете, или я не знаю. То есть одни разговоры только про еду. Вот. То есть, я не знаю, девчонки, у меня нет головной боли по еде. Ну, можно, конечно, поговорить, но делать это темой всего чата, как бы, я не вижу смысла. Мне неинтересно вообще. Вот книг таких очень много, поэтому ты мне знаешь автора, напиши, а я тебе как-то отвечу. Блин, оставить. Вот так вот сделаем. Да, вы в поиске.
так неудобно. Другая. Нормально жесткий, как я люблю, пожестче. Ну смотри, мне даже его не продавить, какой он жесткий. Не продавить. Межфасциальный массаж такой, знаете, то есть, если нет массажиста, то недостаточно. Вот. В Google сходите, спросите, кто они, я откуда знаю. Я не интересуюсь ее. Бедрище мое болит. Май гад. Только на этой хрени, понимаешь, как все болит. Простите, я к вам одним местом. Ой. Издеваешься на него, прикинь. Думаю, что мне неудобно. Проживается, да? Значит, проживается. Мне чуть-чуть помягче дома. Ну блин, ну нормально, мне нравится. Мне так нравится. Мне не надо, наоборот, хорошо. Вообще. На нем реально начинаешь понимать, как мясо болит. Там непонятно вообще. Они уже помирились пока. Чай вместе пили. Мы поржали. Да, надо идти мимо. Надо с чаями. Да, надо с чаями. Ну, как это чай? Он вообще что в кнопку сломит? Что я вообще не чай? Катя, кто зашла? Саша, он может слышать, слышать. Это лучше? Тоже говорит, такой же пошел. Нет, он хороший. Он реально может да, поддерживать хорошо своих спортсменов. Всякую херню, да. И медийный. Я не знаю, что хочу. Ой, простите, я к вам не лицом. Прикинь, сколько нужно роликов классных надеть. Мне так почему-то кажется. Сейчас столько есть нормальных операций. Да. Да? Ребята, это капец. Ноги болят просто перманентно у меня. Они у меня даже не проходят. Ну, блин, я не садомазохистка, и я не могу сказать, что меня это возбуждает. Когда массажист давит в триггерные точки, вот примерно такое же ощущение. Только что массажист сам контролирует надавливание. Ты с этим поделать ничего не можешь, а здесь ты можешь как-то это дело. Где болит, да. Thank you.
Да что ты сидел? Девочки, что? Ну, я здесь пойду. Ага. Сколько лет, а что такое? У вас есть какие-то предложения ко мне, что ли? Я старая женщина. Разведёнка со стажем. Жена бригадира. Вы знаете, я в своем аккаунте указала свой возраст специально, чтобы... Разведёнка со стажем, жена бригадира, не рожавшая женщина, мать двоих детей. Как там еще-то говорят? Там продолжение. Там просто очень длинно и смешно. Да. Опа! Сейчас мы тебя намнем. У кого что болит, да? Привет, привет. Ой-ой-ой. На спину я даже боюсь ложиться. Казахстан, привет! О май гад, блин, какой-то в кости впивается. Есть. Ничего, нормально, нормально, потерпи. Не, нормально, мне нравится. Мне так нравится такой нормальный. Вот. Вполне доступная штука такая. Можно на ней немножко подразогреться, расслабиться. Вот. Ну, какая-то, ну, знаешь, такой странный вопрос. То есть я тут это, мне не нравится. Поедем. Посмотрим студию бокса. Сейчас в Академию бокса. В Академию бокса сейчас поедем. Вот, потом позже поедем на кардио. Вот. А я не знаю. Не, у меня вроде все нормально. Там порция одна. Сколько там порцайки? Все по две. Надо? Дай почитать. Давай две, да. Ведь вот это сыплю. Я тебе сыплю. А, ты сыпишь уже. Все, хорошо. Так, как ты делаешь потом? Сейчас, воды. Сейчас. Не знаю, что виснет. Может быть, здесь связь не очень. Виснет? Да-да, нет, нет. А, ну все хорошо. Бля, тут Витек ядерную смесь. Эти астероиды мешают. Астероиды. Всем все же просили. Уберите детей. Детей уберите от экрана. И слабонервных. Астероиды. Беременных и пожилых людей. Запускаем астероид. Ну, ты подумаешь, мы натуралы. Мы еще мясо едим. Давай. Да, закрыть глаза. Все. Не-не, это БЦ. А, БЦ. Все. А что за вкус? Персик, что ли? Очень похоже. Фруктовый понш. Так прям персиком каким-то. Я не мешаю его. Я так обычный могу, который не сладкий. Он прям в борту, он так называется. Ты зарядку отдал? Ну, у меня сейчас других нет вариантов, поэтому я вид приют то, что мне предложили. Все. Я с вами прощаюсь. Так, могу вас... А там есть женская раздевалка кто-то? По-моему, бабы пошли, да? Хотела раздевалку показать. Ну, ладно, ничего. Все, целоваю всех, обнимаю. На связи. Все. Всех пупсиков жду. Сами знаете где.